Существует закономерность. Наиболее успешные люди, все как один, обладают способностью выступать публично. Успех в нашей жизни тесно связан со способностью убеждать других людей своей речью. Мои собеседники, часто сомневаясь в себе, говорят, что у них нет таланта говорить публично. Но правда заключается в том, что в каждом из вас есть в той или иной степени развитый талант публичных выступлений. И если прямо сейчас вы выйдете на сцену перед публикой, вы сможете выступить хуже или лучше, не так уж и важно, но вы сможете выступить. И хорошая новость заключается в том, что вот от этого состояния вы всегда сможете продвинуться вперед и стать более успешным, более убедительным оратором. Что для этого нужно сделать? Читайте книги, посвященные ораторскому искусству. Смотрите видеоролики, видеотренинги тренеров, которые обучают ораторскому мастерству. Наблюдайте за теми ораторами, которые кажутся вам наиболее убедительными, и повторяйте за ними. Делая то, что делают они, вы достигнете тех же результатов, которые достигают они. Постоянно тренируйтесь. При каждой возможности пробуйте выступать публично. Не важно, хорошо или плохо у вас будет получаться. Важно то, что с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше. Поставьте себе цель стать успешным оратором и продвигайтесь к этой цели. Ищите возможности достичь этой цели. И вы будете развиваться как оратор, и ваша успешность по жизни будет расти у вас на глазах. С вами был Антон Деркач. До встречи в новых видео.